проплывая мимо одного островов, природа здесь вообще красивая, заметил я в лесу на острове какие-то постройки, решил посмотреть, что там и для кого они предназначены. Вот здесь вот такой вот берег, зелень и остров, и вблизи, что характерно, никого вообще нет. Вот здесь вот такая вот избушка построена. Типа веранды у них здесь есть сделаны. Вот в глубине там даже туалет у них построены. Все аккуратненько. Место здесь красивое, зелень. Вот у них еще одна избушечка тут рядышком пристроена. Видно, приезжают не одни. Но я в туалете видел, тут иногда лодка стояла. Видимо, семьей приезжает отдыхать. Вот, видите, какая веранда у них. Дождик, непогода, можно покушать, пообедать. Вот у них табуреточки. Вот они. Из бревнышек сделаны. И вот у них какое кострище. Хорошо, как обделано, сделано. Хорошо здесь посидеть и отдохнуть. Вот так вот у нас отдыхают. И вот такой вот у нас вид с этого места. Так что люди у нас могут отдыхать. Отсюда просто посидеть вечерком, подумать, посмотреть. Отлично. И на душе хорошо и спокойно. Конечно, здесь и покупаться есть где. Вот здесь вот я в том году постоянно видел лодку. Она почти каждый день. Они, вероятно, здесь и живут. Вот их общий план я сейчас показываю. Вот на этом пока и все. Вот что я привез с этого путешествия к Александру. Самого я не застал, но решил немножко поснимать. На этом все. До свидания.